Всем привет! Сейчас у меня будет крупная генеральная уборка в ванной комнате. Посмотрите, какая у меня шторка. Почему затеяла? Потому что я купила новую шторку. Выписала с Алиэкспресс. Вот такая. Но я потом ее повешаю и покажу, как выглядит. Вот и повод помыть все кругом. Буду мыть потолок, стены, ну, все-все-все. Наливаю воду в ведерко. Немножко добавляю геля своего, которым стираю. Нашатырный спирт. У меня тут осталось уже, наверное, ну, ложки две. Я прям все. И бутылочку в утиль. Помощник тут идет. Пожалуйста, заходите. Все перемешиваю хорошо. Моя помощница незаменимая для мытья потолков и стен. Вот моя швабрика. Ну и приступаем. Я сначала мою влажной тряпочкой, потом досухой протираю. Вот и все. Буду тоже ее мыть все заодно. Вот этот лоток мыть не буду, потому что я периодически его мою. Он у меня чистый, как я его мою. Все вытаскиваю, разбираю вот эти вот запчасти. Если какая-то грязь, посыпаю лимонной кислотой, оставляю на время, ну, с водичкой немножко. Она все вот это вот желтизну, грязь убирает. Щеточкой там зубной где-то в недоступных местах прочищаю, высушиваю и опять же ставлю на место. Машинку я вот так помою сейчас. Я тоже ее периодически мою, обязательно это, чтобы не было запахов. И грязь постоянно скапливается, где резина. И вот так вот я раз и промываю щеточкой. Потому что черное белье стираешь, оно все равно накапливается. Всякие ворсинки застревают. Прошлась, стекло также. Тряпочка чистенькая, влажная, вытерла. Все хорошо. Вот эта вот часть стекла, или как дверцы, вот здесь вот, смотрите, сколько там попадает соринок. Я щеточкой старой зубной промываю. Смотрите, вон что грязь какая. Так ее не промыть ничем. Вот раз. Щеточка отлично. И все беленько, чистенько становится. И тряпочкой там сухой вытер.
как новая. У меня там шторинка лежит. Все. Желтизны сильной нет, потеков. У меня белизна обычная такая, ядреная. Я вот так. Ну, иногда щеточка, если грязь есть, промою вот так вот все. И немножко залью. Прям сверху. Ни в коем случае, если у вас коврик лежит, не капните, а то она все отъедает. Теперь вот так вот. Пускай дезинфицируется. Закрываю и все. А потом, когда нужно, смываю. И все. Ну вот, вроде так все сделала. Теперь сейчас шторку повешу и покажу, как упакована шторинка. Здесь 12 колечек. У меня со старой шторинки 10. Сейчас посмотрю, сколько здесь дырочек. Нет. Вот так. Мешочки. По качеству точно такая же. По ощущению, как моя старенькая. Старенькая уже лет 20 точно. Я ее в машинке стираю. Ничего с ней не происходит. Вот. Здесь 12 штук. Придется мне их заменить, потому что они вот эти тоньше. Качество шитья. Ровная строчка. Очень ровная. Все супер. Мне нравится. Мягкая-мягкая по ощущению. Надо ее гладить, чтобы красиво выглядела, но я не буду, не хочу. Думаю, распрямиться, не распрямиться, как думаешь. Нравится мне рисунок, я его именно такой выбирала и хотела. Решила слегка ее погладить, гладится прекрасно, все разглаживается. Хочу близко показать, вот смотрите, вот эти колечки, как аккуратно они сделаны. Ничего не торчит, строчечка ровная, и все здорово. Материал полиэстер. Немножко так шелестит, но она очень-очень мягкая. Так, строчечки, чтобы показать, тоже все близко, ровно. Кому вдруг понадобится шторинка такая. Очень довольна. Все, теперь зацепляю. Размер шторинки 180 на 180. Но все параметры написаны. Там все видно. Думаю, что вот смотрите, смотрите, какой рисунок. Мне очень нравится. Я вообще довольна. Как на картинке было, на фотографии, один в один. Шикарно. Все, теперь я ее вот так раз. Собираю. Класс, класс, класс. Ну вот и все. Вот так я сделала. Последние штрихи. Стелю коврик, тоже похожий по цвету. Этот коврик я покупала у нас в магазине. Тоже хороший. Я его постирала первый раз. Вот так. Еще заодно скажу, меня спрашивали, чем я закрепляю шторки на кухне. Вот магнитики показать. Вот такие магнитики с проволочкой, вот так они чпок и держатся. Продаются в магазинах, где шторы, фурнитура для штор. Вот так вот, можно даже в ванной комнате зацепил, расправил и все. По дизайну они разные бывают. Можно подобрать и по цвету, и по любому рисунку, какой нужен. Если кому-то понравилась такая шторка, и вы захотите себе приобрести, я ссылочку оставлю в описании под видео. Так что смотрите. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.